отправляясь отдыхать на природу, не стоит забывать о том, что вам вполне вероятно придется перемещаться по пересеченной местности, в том числе и по песку. В такой ситуации не лишним будет прихватить с собой длинную прочную веревку. С ее помощью можно будет взять машину на буксир, но если на подхвате никого не окажется, тогда веревку можно нарезать на ровные части и сымитировать с ее помощью такие себе браслеты противоскольжения, которые улучшат проходимость автомобиля. Также для того, чтобы повысить эффективность передвижения автомобиля по песку, можно немного понизить давление в колесах, буквально на пол атмосферы. Также в некоторых источниках можно найти рекомендации о использовании вместо браслетов противоскольжения пластиковых стяжек. Но в данном случае не стоит забывать, что замки стяжек не предназначены для выдерживания большой нагрузки. Зато с помощью тех самых стяжек, но меньшего размера, можно сделать отличные фиксаторы для кабеля питания видеорегистратора либо GPS-навигатора. Для этого достаточно взять несколько стяжек, обернуть их вокруг кабеля и обрезать до нужной длины. Затем такие фиксаторы можно использовать для прокладывания кабеля по торпедо автомобиля. Практически в каждой машине есть специфический карманчик, в котором собирается мелочь. Но не спешите оттуда убирать. В случае, если вам нужно открутить гайку, но под рукой нет ключа подходящего размера, обычные монеты вполне могут вас выручить.